В начале учебного года для самых юных мытищинцев в поселке Нагорное свои двери открыл детский сад «Мечтатели». Но на этом череда открытий для жителей не закончилась. Рядом с ЖК «Датский квартал» строится школа. Она рассчитана на 1100 учеников. Монолитные работы здесь практически завершены. Теперь подрядчик приступил к оформлению внутренних помещений. Черновая вся сделана. Уже начали красить верхние этажи, классы и коридоры рекреации, где как раз под радиатором и так далее. Площадь четырехэтажного здания составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. Совсем скоро для учеников будет доступен ряд увлекательных пространств. Лаборатории, IT-библиотека, актовый зал на 400 мест с эстрадой, а также спортивные залы и столовая. Сейчас на площадке находится почти 200 специалистов и 15 единиц техники. Идет уже процесс чистовой отделки. Завершаются плиточные работы. Сейчас готовятся стены под покраску. И, в принципе, начинаем уже потолки делать. На прилегающей территории новой школы также ведется благоустройство. Вскоре на этом месте будут располагаться детские игровые площадки. Устанавливаются мафы, резиновое покрытие. Ну, полный процесс ведется. Наружные сети все проложены, все готово. То есть, в принципе, остается у нас вот этот участок. С той стороны там уже процентов на 90 уже готовность. Несмотря на высокие темпы, работы еще предстоит немало. Однако строители прикладывают все усилия, чтобы уже к концу этого года в поселке Нагорное появилась новая школа.